Всем добрый день. Продолжаем рассматривать программу OZC Basic 6.1. Итак, после того, как вы отрисовали все этажи, то есть все помещения, дальше поступаем следующим образом. Здесь вот есть и кнопочка импорт модели 3D. Так, нажимая ее, то есть если вы все правильно делали, ну и воспользовались подсказками программы, то есть нажимаем. Так, вам вот видите, отображаются ошибки, которые у вас присутствуют. Так, одна ошибка. Так, ну и дальше, когда у вас выводит, что во время анализа данных не обнаружены ошибки, мы импортируем. Так, ну и теперь все те помещения, которые мы изначально выполняли в программе OZC 5.0 и вводили все эти табличные значения, здесь автоматически взялась рисунка и поставилось непосредственно те поля, которые необходимы для данных помещений. То есть все это мы можем наблюдать и видеть. И рассчитывается температура, что в подвале, что на чердаке. Так, всем спасибо за внимание. Так, ну и до следующего видео. До встречи.